Вот-вот-вот-вот, больше шума, больше-больше шума, друзья. Она на подходе к нашим золотым дверям. Терце июнь. И я вижу сквозь людей, сквозь охрану, вижу фотографов, операторов. Вот кто-то нас снимает на iPhone. Господи, когда же она уже появится? Больше охраны, больше операторов. А она уже здоровается со всеми, раздает почти автографы, свои воздушные поцелуйчики. Вы посмотрите на эту красоту. Эта звезда добралась до нас. Пэрис Хилтон, друзья! Обалдеть! Красотка! Просто замечательная. Hello, hello! Просто само совершенство. Вот она прошла, звезда. Она просто прелесть. I'm so happy to see you all. Мне так нравится вас всех видеть. What a beautiful crowd. Такая огромная блестящая толпа. And what a beautiful place. It feels like the holidays. I'm so happy to be here. Друзья, напоминаю, что вы смотрите проект Events, и только у нас самые лучшие звезды в нашей столице. И, конечно же, с вами я, Виджей Лопатин. Мы просто постарались быть на этом мероприятии. Она на моем фоне буквально что-то говорит на английском. Я буду делать вид, что я что-то понимаю. Да, столько камер, столько вспышек. Артем, ты обязательно должен это снять. Посмотри, сколько аппаратов и камер снимают нас и звезду Пэрис Хилтон. Тут же ее присутствует, также ее переводчик. Круто.